Здравствуйте, меня зовут Сергей. В Духовном центре Возрождения я нахожусь уже 18 лет. В 2001 году я покаялся перед Богом, да, и с того момента я посвятил свою жизнь Богу. И на самом деле Духовный центр Возрождения – это моя семья. И на самом деле, что дало мне Духовный центр Возрождения, хождение в церковь? Я здесь приобрел реально благословение вместо проклятия, потому что на моей жизни было проклятие одиночества. Здесь я женился, здесь у меня родился ребенок. Я пережил исцеление просто на одном из собраний. Это было 2007 или 2008 год. Я пережил на собрании полное исцеление своей печени. У меня печень очень сильно болела. И за 18 лет я просто реально, постоянно просто иду за Богом, служу Богу. И сегодня я являюсь пастором, епископом, поэтому я вам просто хочу сказать, что Духовный центр Возрождения – это реально благословенная большая семья.